Привет, друзья! Мы с Виталиком сейчас находимся в городе Харькове. Проводим здесь такой небольшой мини-рейд. Пользуясь моментом, мы хотим всем сообщить о том, что у нас планируется большая-большая вечеринка, сбор всеукраинский, который будет проходить в Кировограде. На этот сбор мы приглашаем всех-всех-всех абсолютно людей, всех активистов, всех людей, которые неравнодушны к дорожному движению. Приезжайте 1 числа в Кировоград. Мы планируем сделать небольшой автопробег по городу Кировограду. Вот. После этого автопробега будет у нас встреча в клубе, в одном из самых лучших клубов Кировограда, по крайней мере, нас так уверяют. Что будет в клубе? Да. Что будет в клубе? Значит, в клубе нам гарантируют то, что будет у нас время до утра. В клубе у нас с нами будет группа «Тарантино», с которой мы пели. Они настаивают на, опять же, той же песне, которую мы спели вместе. Я не знаю, получится, не получится. Это будем смотреть под настроение людей, как кому понравится, не понравится. Ну, в общем, в этом клубе будем общаться, будем рассказывать о том, что о наработках наших, что как планируется, сюжеты, показать, которые не вошли. Я не знаю, стоит, не стоит, но посмотрим. Проектор, посмотрим, как это как бы получится. В таком формате это будет первая такая встреча, так как нам сейчас холодно и делать открытые такие встречи. Да, будем в клубе. Да, будем первый раз попробуем сделать это в клубе, посмотрим, что из этого получится. В общем, ждем всех, ребят, всех-всех-всех. Ждем также руководство ГАИ. Оно тоже кировоградское приглашено. Если им есть чем поделиться с людьми, что-то они хотят рассказать. 1 ноября, 18:00, город Кировоград, клуб «Распутин». До встречи. Пока.